харчев, попиваем фасочку. И после этого, собственно, даю таймер и начинаем. А кого можно фласку купить? Я забыл взять с собой. Забей, после этого босса купишь. Все, времени нету. Black Dark, ну, ценами не надо так, блядь, играться. Цену аука, если продаете в рейде, блядь, своим людям, ну, цену аука хотя бы, ёбаный в рот. Майную цену? Да, блядь, пятерную. Фьюдж тут, что? Все, все готовы, заебись. Сейчас, секунду, я найду, блядь, где мои фласки, нахуй. А, вот, все, нашел. Даю таймер и погнали. Как поставлю, сдадите геру с пула, не вливайтесь, дайте поставить босса, пожалуйста. Все, играем. Милики всегда за спиной у босса. РДД вас дебаф не цепляет? Нормально. ФДК, аккуратнее, пожалуйста. Какие у нас череда? Не, не юзаю вообще на этом боссе. Это странно. Не должно было. Там не я один еще умер, у меня сам Олимпус. Я к тому, что мы на я понял. Месте были почти. И вроде не на трещине. Приготовились, РДД по моей команде, все уходим в череп, милики тоже. Все, все ушли в череп, все ушли в череп. Я напрыгну, шаки чуть поближе, держись. Все, спасибо. Стали, ждем, будем нон-стопом бежать. Олимпус, забей это, блядь. Мега мозг. Побежали, побежали, побежали. На нахуй. Понятно. Пацаны, вообще, ребята, блядь. Вы долго думаете перед тем, как бежать. Очень долго думаете. Так, сколько у нас? Ложимся. Никаких диванов. Все легли, все абсолютно встали. Тоже заметил, да, что бой вешается, и бой, босс постоянно бежит, убивает всех. Да, 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 поэтому я же говорю, никаких диванов. Все умираем, абсолютно все сами встаем и прибегаем сюда. Да, поставь метки, как первый раз, 25-ки. Что поставить? Метки, как в первый 25-ки, когда мы ее закрывали. Потому что метки уже другие. Но они далеко находятся друг от друга, блядь, там реально хуй добит. А, он, знаешь, к чему говорит? Потому что люди думают, из метки в метку надо бежать. Не, нет, в том плане, я говорю, ну, ближе к борту, получается, но да, метки... Да, да, ближе к борту будет просто меньше перебегать. Я вам сейчас еще раз объясню, как тут бегать, чтобы потом не возникало вопросов. Метки для вас — это просто ориентир. Это не означает, что нужно четко смещаться именно из метки в метку на второй фазе цикла. Это означает, что метка для вас ориентир безопасной зоны. Я померла, конечно. Да, самое главное, это вы просто мчитесь нон-стопом. Стартанули, побежали, все. Не обязательно даже, вот вы когда идете, вы должны запоминать, где ебануло земли. И, собственно, вы понимаете, где после этого ударит. То есть не обязательно добегать до самой метки.
Можно это все упростить немножечко. Игрок, я хотел это проверить, но что-то пока не ручался. Прилобнусь. Блять, игрок нахуй, на X2 такая хуйня была, то что потом забанили нахуй весь статик просто хуя. Да. Было такое. Даже на X1 было. И будем улыбаться нахуй. Блядь, да игрок, забей ты хуй нахуй, тут, блядь, вообще это нахуй дырка бьет, блядь, она двойным слоем бьет. Иди нахуй разработчикам сервиса и еби мозги нахуй, не мне, блядь. Ну, все, спокойно, что... все сюда подбегаем, то, все сюда подбегаем. Тут, а, ну, там не 15к, который ты должен выжить нахуй с одного прилива, блядь, а она бьет нахуй 15-15. Рыба стоит, садимся, кушаем рыбу. Фулл баф сразу паладины, без моего напоминания, пожалуйста. Сделали фулл баф. Просто, игрок, я тебе так скажу, мы до этого 3 КД ходили, закрывали его без всяких заморочек. Просто на данный момент то, что немножечко поменялись люди, как бы, и, собственно, из-за этого и есть проблемы. На этом КД. Ну, Влад, вот, не дамажит. Вот тут. Ну, то есть, блядь, уже, ну, получается, где стоит тут, допустим, луна, можно сразу уже бежать, типа, в квадрат. Ну, не дамажит. Ну это зависит все от пинга, блять, у кого-то не лагает, не лагает. Все, все готовы. Сейчас я быстренько чекну бафы. Так. Все, везде все есть. Замечательно, даю таймеры, поехали. Благодарк увидел, да? Молодец. Все, все в черепочек. Приготовились бежать. 3, 2. Раз, побежали. В
фишка в том, что я вообще бегаю боком. Почему-то я не умираю вообще. Бегаю, смотрю на весь остальной рейд. Как вы падаете. Так, Шакит, Бэр, Гондера. Гист, сдай пока гимноман. Гондер, отдашь Бэр. Нихуя себе, блядь. Войд, забери. Не спи, или это Гариус кто-нибудь. Спасибо, Гондер. Сейчас встану. Где спал, можно? Стоял в ебеня, блять, он меня шотнул нахуй, как? Да блять, ну... Фу, Тагариус, ты видел, как я вожу? Ну зачем ты его, блять, боком хуй пойми где, блять, ставишь? Забрал, блять, переставить, в итоге сдох. Крестик смещайте, готовьтесь весь рейд перемещаться в череп. Переместились все в череп. Тагариус, ты идешь последний, чтобы дебаф не дать. Приготовились, побежали. Главное, больше, блядь, никто не сдохнет. Можете добить. Чё, доза перебежал немного, да? Нет. А, в компании не дамажила, а сейчас дамажила. Но она, видишь, она тут багнет, какая-то, сука, это говно, блядь. Ты перебежал 30. Дальше просто. Да, нет, ты далеко добежал. Я на лужу наступал, понимаешь, я перебегал. Она нихуя не дамажила, а сейчас и дамажила, блядь. БР у кого КД? У меня есть БР, у Шакита, да? Нет, у Шакита уже нету, у Гондера уже нету, только у тебя получается БР есть. Чё, кому дать дози? Им дам на хп. На... Да, давай потом дози. Уйди на платформу только, с платформы дай. Я от платформы. Я вордру, если что. А, все, окей. Им дам. Бочку, бочку поставьте, и шамана, если кто там... Нету шаманов. Еще одна перебежка будет, и все, и потом, по идее, добьете. Черепом. Весь рейд в череп, весь рейд в череп, весь рейд в череп, блядь. Все, встали в черепе, приготовились бежать. Побежали. Ой, блядь, рано. Все, побежали. У меня просто, знаешь, что троит? Ну, у меня метки по-другому чистят, ближе, блядь. Ну, когда я ставлю. Может, тут за этого я, блядь, сдох, то, чтобы вперед побежал, нахуй. О, пиздец, смотри, где я сдох. Я вижу. Ты прям на самом краешке стоял. 8%. Тагариуса поднимите по хп. Я пока не могу.
добьют, я думаю. Должны, если больше никто не умрет. Рофл, короче, в десятке добивал, короче, протопал, вводил. Один ТД и один хил. Втроем просто, нахуй. Три ляма, нахуй. Не, берсы у него нет. Хорошо, что мы с хивами не сдохли. Красавчики, договорились. Мрезните. Мастрез давайте. Да, давайте мастрез. Да, мастрез, хуй резать. Надо, блядь, ебать, нахуй, чтоб твинков качали, блядь. Блядь, гильда, если бы видел, уже 18 или 20, там что-то такое. Да я вот паладина хулипала хочу вкачать. Блядь, если у кого какие шмотки с профессии есть, там на интеллект, скиньте. Ну, какой качать, блядь, а вон взял, качнул, нахуй, да и все, блядь, ты бы эти шмотки будешь переодевать. Какие нахуй шмотки? Тагариус, никогда не бойся, блядь, ничего, нахуй. Просто бери и делай. Красавчик. Подождите, пусть всех резнут, мы выхилимся все и потом только пойдем. Сука, дерьмо, пиздец. Ступни на МП5. Это... ДЦшки. Да это вон, либо Диспрессу, либо Балладе. Нашел Балладе там, кстати, по педалям. Те педали пока пизды не дали. А у нее такие же. А, ну, десу, значит. Че, мне в этот поле спехаться? Не, пока оставайся в шпшке. Ему проще будет, он по мане въебется по поле, вообще пиздец. Ну там я аккуратно буду стараться этими ренюшки кидать. Двум мордружкам. Да тут кроме фьюджа некому, это древко. Супер. Гандиру на офспек, так что вон рыбка стоит, поешьте. Вот за квадратик. Печать удар плети — это АДК, я так понимаю. А, это на всех. Да. Да-да. Ой, блядь. Кому на надо, нахуй. Вопрос. Да, он пусть ДКшка заберет. Ноги чё, ханты, энхи, да? Да. Погнали по трэш. Да, наверное. Это РДД по этим, по глазам играем. Капустка на офспек рольнула просто. Можешь это, десу отдавать. Да, десу лучше, по-моему, отдать. В хиле, да? Ну, на данный момент в ШП его попросили спекнуться, а так вообще он хил. Десу закидываем, короче. Хилл выкинул, интересно. Ебать, нахуй, ебись. Фища вчера один просто, нахуй. Один, просто один. Брал, выкинул. Сука. Слышишь, а чё, вчера этот грудак падал Т7 на меня, да? Не помню. Навара? Вода, по-моему, падал. Бля, обидно. Да. Тебе как раз надо, да? Ну да, мне последний 13-й. Да, Навара выпал грудак вчера. Ребята, кстати, говорю сразу, кому починить там надо и тому подобное, есть Дживс, короче. Дживса вчера сделал, короче, подойдем к боссу, поставлю Дживса, купите реки, блядь, починитесь и все. Никуда не лететь не надо. Чтобы вы знали на будущее. Ну, заебись, пацан, вообще, да. Просто, блядь. Сдал, почему все. Нет, пизда. Просто вчера, блядь, по одному летали в этот, нахуй, Долран. Лок, наверное, заебался там сосать, нахуй, блядь, кристалл или как там называется, Лок. Осколки, по-моему. Камни. Ну, камни. Осколки душ, вроде бы. Так, ладно, короче, поставлю так, в центре все, Дживса. Погнали. Ну, давай, погнали Дживса, к Ватхибу. Да давай, давай, ставь своего Дживса, похвастайся, давай. Вот. Красавец. Все, чинитесь, короче. Заебатый это. Дживс, мне нравится просто, блядь. Я еще регов куплю, там говорят, скидка у него на 50% у Дживса, да? В центре. На 150%. Не доходя до комнаты, в самом центре. Он еще просто квест на скидку он... не делал, то этого нихуя нет.
квест на скидку, блядь. Так, значит, сейчас я пати обратно поперекидываю. Так, дракон сюда. Шамик сюда. Нормально, нормально. Надо выставить, короче, хилку. Я обычно как... Короче, смотрите, присты, присты. А, сейчас вот я еще десца перекинул. Вот сюда. Вот так. Присты, значит, по моей команде, если буду говорить... Не-не-не, не надо в хули приста, игрок. По моей команде мы в три танка, да, все правильно, все хорошо. Хорошо, доза иди. Здесь по моей команде присты, как только я скажу, вы просто кастуете молитву. Если я скажу просто, ребята, помогаем, подхиливаем, значит, все присты кастуют молитву по моей команде. Когда скажу, давайте. Слушай, ты погоди, соответственно, погоди. Кастуйте. Мне в танка здесь, да? Я же забыл, что три танка надо. Да, 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 давай в танк. Молитва исцеления. Потому что тут у нас три молитвы есть. Да. Вот. И плюс паладины тоже помогаете. То есть Олимпа, Спан, помогаете там вспышки, блядь, кастуете такое. В танков. А присты по своей пати каждый кастует молитву. И плюс с вас будет гимн. По моей команде я буду отдавать, кто на какой раз будет отдавать гимн. Буду говорить четко по секундам, когда его начинать отдавать. Гимн на ХП, который. Дракан, ну давай, да, у тебя в принципе ДПС невысокий, спекайся. Поможешь тут похилить. Поподнимаешь рейд вместе с Эрдру. Да тут по-любому 5 надо. 4 залупа. Хотя с 6-5... На том КД в 4 мы закрывали. Ну да, тем более тут вон сколько... СС, Black Dark даешь на меня, на Волтору. И... Бельт даешь на Войда. Все отлично. Ну, дайте по сове каску, пожалуйста. А, смотри, вот эта вот молитва исцеления, она действует на пати. Да. То есть, какую пати там хилить, сами выбираем? Ну, каждый свою пати. В каждой пати есть по одному престолу. Все хорошо. Каждый только по свою пати. Понятно. По своей. Просто нажать на свою пати, и все. И дайте по престам каску, пожалуйста. Повару кулак, если можно. По престу каску. Спасибо. По друиду каску. Три танка. Волтору, Войд Фури и Тагариус. Все, арчи на готовности, поехали. Доза. Да, 40 секунд уже давно прошел. Ой, бля. Так, а он здесь за воротами стоит? И, ну, его не закроют, по идее, да? А, его закроют. Блядь. Доза. Не закроет, думаете? Ну, давайте попробуем тогда без него начнем. Тут дал таймер. Хорошо. Давай, подходи. Жена дайте, перед... Никогда не дайте босса поставить. Я не женился, и ты не женись. Нихуя себе. Окей. Кстати, ты женат или нет? Еще нет. В процессе. У меня тоже.
Уже туда споры идут. Лет 10. Все, давайте, Геру. Войд забираешь. Хилим. Ну, Войд пока держишь ты. А как я забрал? Вообще непонятно. Я не дамажил даже. Наверное, приготовились хилим. Отлично. Очканул, ну ничего. Я очканул, блин. Не поверишь, как надо. Ну, стагались. Разобрал. А спору просто ставил. И ты. Забирай. Прохильте, отлично. Шикин, сдай по Резвану БР. Фулл баф пороге сдайте. Тагариус забираешь. Я забрал. Гим, давай. Капустка. Отлично. Следующий я, да? Да следующий не надо, прям. Войд забери, пожалуйста. Войд, блядь. Да 2к нахуй оставил. Прохильте, прохильте. Все отлично. Давай ну, сейчас вот этого гимна. Да, 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 обязательно. Войд забирай. Доза давай гимн. Уже. Отлично. Сначала сольем гимны, потом будем помогать прохиливать. Тагариус, забирай свой, да? На следующем гимн сдашь Балана. Давай. Как-то хуёво. На следующем помогите прохилить. Войта, а чё, забирать, не? Фулл баф по мне дайте потом. Живите 3 секунды. Помогаем прохиливать. Фулл баф дайте по вару, блядь. На следующем гимн Дисприс. На хп. Сейчас баллада. Сейчас на ману, пока читай. Тагариус, забери свой. Да. Тагариус, блядь, не спи. Давай, гимнах-то. Уже сдал, я думаю. Войда фулл баф. По друиду фулл баф. Пускай спокойствие дадут на этом. На этом игрок гимн на хп сдашь. Забира. А, блять, Войд мертвый. Заебись. Чё-то как-то вроде вы, блять, хилите, но вроде что-то не хилите. А, этот дракан, а ты спекался вообще? Он спекался, да. А как тебя ШП обгоняют, блять? Объясни мне, типа по прохилу. Ну, на цепуху, наверное, одну успевает и все. Я пообсорблю нахуй с баллады. Между собой. Я пообсорблю. И мы тут убивали один раз 2 ДЦ, то есть. Одну в ДЦ поманит. Да, он в ДЦ убивается, нахуй, его даже без ДЦ. Просто смотри, он постоянно держит ДЦ, один ДЦ, допустим, первую, вторую пати, другой там третью, четвертую, пятую пати, постоянно в щитках. То есть и по мане не сядем, и по ХП будет нормально.
относись, что. А так Баладе тяжело. Он хоть как-нибудь успевать их в щеках держать. Ну давай, иди спекайся. У меня как бы ДЦ есть, ПВП-шный спек, но там как бы СПД все равно нормально. Спек... Кому спекаться? Ему или мне? То ну есть, давай, Доза, ты тогда спекайся. Дис дальше дамаж. Просто пати раскидайте, там распределитесь сами. Ну вы встаньте все прям под босса в одну точку. Не надо там распределяться, блядь, по всей платформе за его жопой. В одну кучу встаньте и все, блядь, как я это умолчал. Да обходите, я умру. Не надо их бить. Ладно, ладно, убивайте. Почему бесполезно щиты? Оно вообще-то абсорбит. Если, ну, баллада, оно абсорбит. На латхипе оно абсорбит. А абсорб у тебя щита идет от СПД. Я не знаю, почему некоторые ДЦ, блядь, забиваются в дух, нахуй. Тупо. Вот я сейчас смотрю, да, хилы и абсорб, то есть ни одного вообще абсорба от ДЦ нету. То есть либо вообще щитков не было на рейде. Ну, вообще, я... да, типа. А, не-не-не, нет, есть, есть. Сейчас я посчитаю. Не тот я посмотрел. Ну, типа 45. Ну, это на чем вообще 42 тысячи? То есть у Void Fury абсорб больше, чем у ДЦ был на этом. А, допустим, смотри, у меня Red Frame стоит, да? На ком висит, короче, это, допустим, блядь, проклятие, которое дамажит АУЕ рейд, нахуй. Ну, допустим, висит она на трех троих. Я их, допустим, засчитывал весь рейд. Это минус уже дамаг. То есть рейд не просядет по ХП. Да, а там да. На бафе не написано, который босс вешает, что поглощение не действует тоже, или написано? Это для пизды, оно и там на танков работает, нахуй. Если кто или гоните баф, это... Так, я, короче, блядь, сел рыбу есть, пойду, блядь, быстро бил. Влад, минуту буквально. Ты, блядь, компьютер к био уже унеси, на... Давай. Буквально минуту. Меня слышно, нет? На? Да, слышно. Чё ты говорил? Чтобы он, блядь, компьютер туда, блядь, сразу. А, да, это вообще идеальный вариант был. Он сейчас же опять, блядь, печарки идет, пока не вернется на. А как фьюдж в седых холмах оказался? Не знаю. Я бы на чарку поехал. Ну давай, давай Дис обратно тогда в Холика, а Досу сейчас в ШП спекнем. Давай я в ДЦ, блядь, и убьем нахуй. Не-не-не, все, в ШП спекайся, сейчас Дис в Холе спекнется. Холика. Садимся, хаваем рыбу. Я хотел, блядь, за ДЦ нахуй что-то показать, нахуй. Как она, сука. Шкаф поставьте, надо сумму. А? Скажи за ШП лучше. Да мне заебало на X3 ШП, нахуй ТТЦ, блядь. Нахуй я вообще приставил. Сейчас мага качаю, нахуй или кого там качаю. Не, он стоит. Отойдите с рыбы, пожалуйста. Затоптали, блядь, Аурен.
Сейчас реги кину за черпушку. Давай. На обдавшись. А что ты не хочешь Шамика вместо Олимпоса кинуть, чтобы они там, если тотемы ставили, резалось мана? Они ж по группе резают. Ты имеешь в виду Олимпоса с драканом поменять? Да-да, он же хил. Так что на двух рук силы атаки на 110. Резня, да? А там типа... Да, да, там, типа... Именно резня, которая резня, на двух рук. Ну, резня получается. Резня. Давайте РЧ. Спасибо. А, каску бафните. А, все есть. Балага, смотри, короче, кто проседает по ХП, абсорби в конце. Кидаешь щит, и потом кидаешь... Можешь накинуть, кстати, вот эту тут. Ну, ладно, разберешься. Кучу станьте там за спиной. Давайте, Геру. Все подняли. Отлично. Черепа с ним. Там меня не укусило, короче, нахуй-то сфера. Может, вторая укусила. Ты, Гариус, у тебя еще ревностный прок нужен? Нет, я этот божественный щит прожал. Да, хорошо. Бля, я случайно переагрывал. Да, все нормально, хуй с ним, держи пока. То, что вы сферы разбиваете вдалеке? Нет, я не знаю, зачем их разбивать вдалеке. Ну, на меня только что баф недавно повесился, нахуй уже, ну... Ну, типа, она еще не подошла, вы ее разбили. Гандир Войду, Бэр. СС как откатится, обновите так же. Ебать, он прям мгновенно упал. Да я вышел из формулы. Зачем? Войда быстренько поднимаем по ХП. Сейчас престы помогайте. Прям сейчас хильте. Одну молитву каждый кастанул. Все отлично. Поздно. На следующий также помогите. Ты горел, забирай пока. По моей команде, как скажу, кастуйте. У вас на 3 секунды, по-моему, кастуется. Кастуем. На следующий гимн ХП баллада. Давай. Как отдашь, сразу гимн на ману. Дракан на бочку. Присты помогаем, прям сейчас кастуем. На следующем дис дашь гимн на ХП по команде. Отдавай. Давай. Давай. О, охуенно поднялся. Игрок, отдай пока гимн на ману.
На следующем присты все помогаем по моей команде. Помогаем. Дамажим. Так, доза, отдай пока гимноману. И на следующем гимна ХП отдашь. Ну я понял. На этом не отдам, потому что, блядь, ну, на ману. Окей, капустка гимна ХП прям сейчас. Отлично поднял вообще. Я сейчас четко сделаю, смотри. Ну вот сейчас отдам гимна ХП. Ну, по команде жди. Нет, сейчас не надо. Да я вижу ДП. А, ну если рейд... На следующем. Сейчас нормально с рейдом все. Сейчас будет больно рейду. Вот как раз на следующем отдашь по-любому. Ну я вижу. Давай. Так, у нас еще остался игрока, по-моему, гимна ХП, да? У кого еще гимн? У кого еще гимномана есть? Давай гимноману зай. Игрок, давай гимна ХП через секунду. Давай. Замечательно. Все, дальше нам будет помогать, господа. По моей команде будете помощь организовывать. А, Блата, за абсорбии, короче, танков. Когда плюс накинь на них эту хуйню. Присты, на будет помогать. Давайте. Дайте походу присту ману, Инна. У кого гимноману еще есть, дайте. Прямо сейчас. Вой, тебя поменяли, скинь на Гиса ману. Понял, хорошо. Помогаем присты. Шакит, скинь в деца. Инер. Присты, сейчас помощь нужна будет. Помогаем. Вот сейчас уже кастуем. Помогаем. Отлично, все. ШВшку прожал, надеюсь, выдержу полный. Присты, надо будет опять помощь сейчас. По команде. Помогаем. Все, добиваем его. Отдал все свои прожимки, сам постою войд. Отстань. Я уже нажал. Я слышал звук, когда ты прожал. Боешные ботинки нахуй. Да, ботинки пиздатые. Ботинки классные. Я бы забрал. Да тут все, я думаю, забрали бы. Кстати, а слышишь, а паролу, блять, и, ну, пуги у нас есть, да? Паролу идем. Да, у нас есть пуги, ролим, если сроливает кто-то с гильдии, тогда уже по ГП. Это, ну, можно сказать, бисовые сапоги нахуй. Сапоги, да, это бисовые. Бисовые? Стой, подожди, блядь, проебал ролл. Ну, я бы эти сапоги, честно, продал бы по ГП. Потому что, ну, лучше их на данный момент нету ничего. Бог ролла, нахуй. Один, просто один, нахуй. Куплю, короче, за десятку. Куплю за десятку, кто там, если пуги сролят, куплю. Чё, за десятку. ГП предлагаешь, да, Влад? Да, я предлагаю по ГП их отдать. 25 аук, нахуй. За 25 аук, нахуй, ты можешь продать свои бабки, нахуй. Эти сапоги, нахуй. Ну, за 25, нахуй. Ты ебанулся или нет? 25 нахуй. Сейчас, блядь, это, нахуй остров 8 числа. Шаги, да. Я буду нахуй сапоги, да, за 25 покупать, нахуй. Блядь, игрок, не бери мозги, нахуй. Вон Влад даже спросил. Влад, слышишь, хрит нахуй. Ну, 25 нахуй. Пускай он свои бабки нахуй продаст сапоги, нахуй, за 25 нахуй. Это похуй, я могу и 25 нахуй за эти сапоги дать, нахуй. В том плане, ну, и они этого не стоят. Доза, тебе надо, а не?
Что? Тебе надо они? За ХП? Ну. Я могу вклад сделать нахуй, сколько? Пятнашку нахуй. В гибанк нахуй. Влад, что скажешь? Да за ГП ему давай, блядь. Он по приоритету первый в гильдии. Я один выкинул нахуй ролл. Ну, ты слышал, о чем мы говорили, блядь? Мы по ИПГП смотрим. А. Да за ГП ему давай все. Не, пизду. Че, не будешь за ГП брать? Не. Не. Ну, смотри, кто там второй приводит. И что там, по-моему, или кто там еще? Так, капустка, выше капустки кто? Капустки отдавай. Не вижу, Блэк кидал, нет? Блять, в молитву хостой, ебаный в рот. Вот пинды пин, что значит нахуй пристать? Как думаешь, полтинник или 25 эта штука будет стоить? Вот. Бля, ну это полтинник. Угу. Ну полтинник. Мы про ГП. Мы доза, мы про ГП. Да. Ну нахуй ешная, блядь. Ну они, слышал, они бисовые, нахуй, пиздатые сапожки. Ну да, к тому, что человек их носить будет. Ну, напиши. Там это, капустка говорит, что ПГП не хочет забирать. Кто там следующий ПГП? Мне передашь тогда. Давай, короче, за пятнашку забираю, нахуй. Я 15 ЧСХ тебе даю, нахуй, ну, в это, ну, в этот, двадцатку, двадцатку. Ну, хочешь пятнашку, хочешь двадцатку там. Ну, просто куплю эти сапоги, нахуй. Ну, не, за ГП я забирать их не буду. Там Влад еще где-то валяется в мобе. Я уже готов забрать за ГП, а продать дозе за двадцатку. Хитрый жук, бля. Да, давай я заберу за ГП, короче. Хитрые жуки, бля. Я себе на это, на сову, на мою, перекину. Давайте серьезно, может быть, кто носить будет это? Ну, дракан, он сказал, будет вроде как. Сейчас просто обратно передашь мне и все. В банке полежит. Если у дозы деньги кончатся, то ему отдадим, он продаст. Нет, зачем, подожди, зачем, если в гильдии есть люди, которые готовы забрать за ГП? Кто там после капустки готов? Ну, дракан вон готов. Ну, что-то я не думаю там, а что там, это на Элема тоже здесь? Ткань это пиздец, потом переденет там. Ну, это временно. Ткань, ну, это ткань, смотри, блядь, Локи, маги. Это без сапогинок, можно сказать. Ну, Локи, маги, да, у кольчуги нету, что, сапогинок. Есть, блядь, побежали, блядь, шахи. К Олимпосу иди. Он тебе покажет, где там плащ лежит. Блядь, его предложили, блядь. Я за ей поебану, нахуй, двадцатку дозе загоню, нахуй. Похуй нахуй ебать, я за пятнашку забрал бы нахуй. Ты просто возьми вон у капустки, отними ГП, забери их себе обратно, еще раз кинь на ролл и спроси, кто готов забрать за ГП. Как бы, ну, просто это не дело. Нахуй, если и, блядь, никто не хочет брать, нахуй, вон, тебе бог помощи, он, нахуй, доза, нахуй, купит, нахуй. Ебать. Сколько они на ауке стоят, кто знает? Ну, вон, Black Dark пишет, что он возьмет.
Не, Black Dark, только в том случае, если ты их сразу одеваешь. Ты зачем у него такие же? А, ну тогда не варик. Подарю тебе на свою. Шаману этому отдайте, ёптать. Который Дарк что-то там усилимит. Да, нужна меткость в хиле, а в Элеме я пока его не видел. Я проще эту хуйню за 25 тысяч голд бесплатно подарю сове, блять, Владовой. И все. 15-20. Блять, да я хуй знает, мне как-то стыдно такой хуйней заниматься. Мы в одной гильдии. Не, ну я просто интересуюсь, блять, ну. Ну понимаешь. Ресните мне... пока деца, пожалуйста. Доза, мне эта голда, ну. Хоть что она есть, что ее нет, блядь. Вот ты первый по приоритету, ты, я понимаю, у тебя принципы, ты не играешь по системе этой ПГП. Забери просто и носи их, если тебе надо их носить. И нихуя роли не сделают. Ну, если честно. Да, мне, там... смотри, вот для меня бис получается, да? Тринька, если упадет. Плюс посох сока. Десятки. Вот. И потом я уже буду шмотками там лютовать, пиздец. Просто на хосту собирать, нахуй, соберу кап 1300, нахуй, где-то, ну, хосты, блядь. О, да, вот тогда ШП начнет ебашить. А так, блядь, ну. А что там боты? Линкани эти боты? Нет. Смотри, сколько... Линкани просто в рейд, нахуй, я, ну, посмотри, чьи же. Что они там дают, блядь. Просто, блядь, мне как-то, хуй знает, перед рейдом стыдно тебе, блядь, их отдавать за голду. Ты их возьми, а день 50 ГП, это на следующей неделе оно исчезнет. Ну, грубо говоря, тебе похуй на это ГП. Просто люди будут знать, что ты будешь носить и все. А не то, что оно кому-то уйдет и на аукцион, блядь. Причем тут, нахуй? Я их куплю, нахуй, за 15 тысяч голды, блядь, а за десятку, нахуй, да, допустим, блядь. Но она пойдет в гибант, нахуй, я их просто одену при них. Ну. Да ебать, дайте уже мне эти боты, я их распылю нахуй. Хули вы тут развели эти цопы с этими ботами нахуй. Короче. Давайте просто... закрывать это говно, блядь. Просто да, давай проносить, оставь их пока у себя, а там дальше разберемся. Че есть, короче, у этих ботов? В конце рейда потом уже это, да. Если что, и кинешь на ролл. Теперь по престам. Все, закрыли тему нахуй. По престам. Капустка, квадрат. Дисприз, во-первых, в ШП, во-вторых, полумесяц, игрок, крест и доза, череп. В контроле я рассказал. Пожалуйста, блядь, следите за своим контролем, это раз. Чтобы взять в контроль, вы берете в таргет этого ученика. А, кстати, починиться, все починиться. Да тут можно и двух мобов, мне похеру так-то, пусть лучше всех возьмут. Хотя, в принципе, давайте двух, но те, кто наверняка хорошо умеют. Игрок, ты нормально шаришь в МК? Я понял, все, тогда игрок отпадает. Давай, Дисприст, череп и капустка квадрат. Вы вдвоем играете. Вот только вы вдвоем. Ну, остальных, да? Остальных учеников, крест и полумесяц, мы просто заливаем. Минуту не пуляй, буквально. Потому что, блядь. Сейчас, подожди. Какие у него аддоны лагают, нахуй, я вообще не понимаю. Арчина, готовность. Поехали. Понаехали, блядь. Так, игрок готов? Все, все готовы, замечательно. Даю таймеру, четко по таймеру подходим и юзаем. Заберу пока его на себя. Обучение окончено. Покажите мне, что вы усвоили. Забрали мы его. А, блядь, а кто череп забрал, нахуй, не понимаю. Да не надо доза тебе череп брать, я ж уже сказал. Череп забирает дисприз, а квадратик забирает капустку. Все, ты играй просто по инструктору. Гера пошла. Квадратик упустили.
Квадратик вернулся. Луна крест плохо, да? Да, луна крест, мы их просто заливать будем, пока вон милики бьют, они АОЕшкой будут их цеплять. Не теряем, пожалуйста, главное, не теряем. Вой, ты держи в таргете Разуя. Держи в таргете Разуя, если пойдет на кого-то СДД, прожимай дубовку, забирай. Только скажи об этом, если ты забирал. Я огрёвый. Меня. Там этот череп перехвати, дисприз. У нее контроль сейчас пойдет. Все отлично. У тебя сколько контроля еще? Больше. У меня либо он троит нахуй, либо хуй его знает. Ученик, блядь, блуждах на первом месте по срыву агро нахуй. У тебя тоже, наверное, да? А уже поменял. Нечаянно я забирал свой, да. Я прожал свой. Забери череп. Не могу. Таунта нету? Способность недоступна. Все, она забрала. Отлично. Ну еще один разок я смогу тогда засейвить. Black Dark, скинь агро. Чтоб я был в трите. Забирай дис. А ты на него вмешательство набрось. Да, я и так сейчас перекину. Вот он. Все. Знаешь, что, как я играю, допустим, в десятке. А в десятке, допустим, когда этого... Как его, глута бить, короче. Влад, слышишь? Ну. А, допустим, бьешь, допустим, этого протопала и ПВАРа, нахуй. Мешаться кидаешь, нахуй, держишь чарж, нахуй, тот забирает, блять, мобов, а и просто так вот меняется, нахуй. Два танка просто. Заебись. Этот, а я закрываю в одного танка десятку. Грута, конкретно. Этот игрок, сдай гимноману, пожалуйста. И дракан бочку. Дракан бочку. Игрок гимноману. А сколько таун в КДДС? Хорошо, вот этого танка как? А, типа за стаком нахуя типа держит или что? Да. Ну и плюс скидывать умею. Я понял, хорошо. Шамик ставишь бочку, доза гимноману. Смотри, пан третье место, ретрик идет. Хорошо, да? Да, вообще даже молодец. Оделся, пацан. Тем более, что ухо даже не бисовое. Бля, если Армагеддон выбьет, выпадет, я же смогу его забрать, да? Конечно. Купим, Влад, если что, купим, нахуй. Да я шучу, ты что прикалываешься? Когда я, блядь, армусом пойду играть, да? Меня не отпускают, блядь, мне постоянно надо танчить. Добили учеников, от лута все отказались. Войд, меняй добычу и забирай лут себе. Ресните воина, пожалуйста. Удар бури — это что, Энг? Да. Идол неплохо. Мало есть Энг, который дамажат, блядь. Есть Энхи, которые дамажат, блядь, восьмерку, девятку, нахуй. Тут, ну, есть Энхи. Арак, допустим, тут вот Спента, вот, ну, Влад знает, зданика там этой компании, блядь. Там, блядь, Энг нахуй нормально дает. Ну, блядь, все бы давали, нахуй. Да, все. Если бы профы качнули, блядь, хуйчнули и тому подобное, блядь. Вой, ты забрал лут? Да, вчера, кстати, слышишь, Влад, алики ебали, пиздец. Пошел, короче, выбивать этого робота, нахуй. Ну, ты понял, в Черной горе, блядь. А они где-то в час ночи, короче,
собрались, блядь, это нахуй проносить, как его. Как этот трейд называется, блядь? Сейчас, блядь, вспомню. Чё? МК Молтен Клэш. Или ЛКТ. Огненные недра. Да, вот, огненные недра, ебать. Они и, прикинь, эти алики стоят над моим трупом, короче, и ждут, пока я резнусь, нахуй. Ебать. Я им даже, нахуй, ну, сказать, типа, в общий, нахуй, типа, блядь, даже, нахуй, ну, там поставил, получается, точку, восклицательный знак и точку, типа, ну, член, нахуй. Все равно они, короче, меня там сливали, хуяли, пиздец. Я думаю, ебать, нахуй, людей, блядь, времени, нахуй, дохуя. Да похуй, все равно вчера джипсы сделал, нахуй, пизды, уже откатился, кстати. Не, нихуя не откатился. Вот такие у этого, у дозы стоят, да? У тебя такие соки там? Дух хоста. Дух хоста, в плане? Я бы взял бы сапоги на два спека, а те, которые стролил, отдал кому надо. Но могу, в принципе, оставить. Ты, Ник, скажи, кто ты. Не, это без ГП. Так, ну, этот, Кондлир, наш хил, и отдаю ему, я думаю, да? Да, да, ему приоритетнее будет, наверное. Да, приоритетнее всех вообще. Пацан хоть из ПДР. А эти шмотки у тебя, да, лежат? Да, конечно. Ебать, это прикол, нахуй. Какой? Ты про что? Я просто на эти шмотки тыкнул распыли, и мне с них прилетело по два креста во пропасти с каждым. Да ну нахуй. Да, у меня в сумке 4 креста пропасти, и эти шмотки в итоге у тебя. Ты заскринь эту хуйню в натуре, что ли? Да. Сейчас. Как так? Сейчас я промотаю. Так, Шамик. Тебе нужен, да? Сейчас. Шамик? Сейчас я, короче, это... В ВК скинул в ту группу. Угу. Поружёшь. Потом позырь. Так, сейчас, где она? Сервисы сообщества угол. Вон там тебя уже пытает, Даркан. Даркан... Чё, Шамик, чё хотите? Да ничего, это, Даркан, скажи, а как у тебя с онлайном, нормально, ты будешь играть? Или завтра уже не зайдешь, типа? Буду надеяться на тебя. Так, Шамик, пояс. Еще Лакрит. Где-то. Сейчас сразу опять вырастет. Блять, закинул в группу, короче, туда поржешь. У меня просто плюс 4 криса пропасти, нахуй. Ты, короче, это, давай тогда на каждом боссе пусть все отказываются, я нажимаю распылить, а потом ты забираешь себе эту добычу. Нас, блядь, не забанят. Ебать, это изи фарм крисов, нахуй. Ебать, меня ж забанят. И такой, опа, распылил. И нету больше.